Интегральный ламповый усилитель Octave V40SE развивает выходную мощность 2 по 40 Вт при нагрузке 4 Ома и имеет входы для 4 линейных источников сигнала. Выходные каскады усилителя работают в двухтактном режиме и построены на лампах EL34. Схемотехнически аппарат построен на базе очень удачной модели V40 с доработанными каскадами усиления, а также обновленным блоком питания. В усилителе применены высококачественные разделительные конденсаторы увеличенной емкости, что положительно сказалось на широте воспроизводимого низкочастотного диапазона. Для питания накала ламп драйверного каскада используется стабилизированное напряжение, благодаря чему уровень фонового шума был снижен до минимальных значений. Каждая выходная лампа в усилителе Octave V40SE имеет независимую защиту от превышения максимально допустимого тока смещения. На задней панели усилителя, помимо линейных входов, имеется специальный вход для включения Octave V40SE в систему домашнего кинотеатра. Выходы для подключения записывающего устройства и внешнего усилителя мощности. Также аппарат имеет специальный разъем для фирменного блока питания Black Box, использование которого позволит еще больше расширить динамический диапазон звучания и улучшить совместимость усилителя со сложными акустическими системами. Для продления срока службы ламп усилитель оснащен системой Echo Mode, которая автоматически отключает питание, если входной сигнал отсутствует более 5 минут. Усилитель комплектуется программируемым пультом дистанционного управления, с которого можно управлять и другими компонентами фирмы Octave.